Гандболистки Звенигородской «Звезды» обыграли команду «Уфа Алиса» в матче чемпионата России. Встреча прошла 27 октября в Уфе и завершилась со счетом 38-23 в пользу «Звезды». Ранее гандболистки из Одинцовского округа победили своих принципиальных соперниц из Краснодара. Этот матч девушки провели 22 октября в Звенигороде. В упорной борьбе встреча завершилась победой хозяек площадки со счетом 34-32.